Эти дети впервые переступили порог школы. К новому учебному году первоклашки подготовились основательно. Все, что нужно для учебы, у них на руках. Азбука, тетрадки, ручки и карандаши. Учебники нам все раздали, все 10 учебников. Вот мы этим и занимаемся. Нет, ничего не купили, нам всем раздали. Но бесплатные учебники розданы еще не полностью. В этом году на очереди за книжками стоят первые, седьмые и восьмые классы. А остальным придется покупать их за свой счет. А в этом году полностью 100% покупали учебники первый, седьмой и восьмой класс, восьмые классы. Родители этих детей может даже не покупать учебники. У нас доставка происходит до 15 числа, до 15 сентября. Если в Отраре, Байдебеке и Шымкенте вторая стадия выдачи учебников подходит к концу, то в Казгурте, Махтарале и Кентау еще даже не выделили деньги на эти цели. В новом учебном году печатаются книги и на таджикском языке. Для этого приглашены специалисты из Таджикистана. Насколько ученики будут обеспечены учебниками в этом году, зависит от акимов.